А ты сама не попадешь в этот самый? Попаду. Да ну ладно. Все, я уже включила, да. А, мы уже в эфире. Здравствуйте, друзья. Привет. Те, кого уже видел сегодня, кого не видел. Те, кто уже проснулся на другом конце, может быть, планеты. Наконец-то. Сегодня по всей так называемой Российской Федерации, по всей нашей империи прошли митинги против повышения возраста, пенсионного возраста. Но в Петербурге это было сделано с особым цинизмом, в смысле провокация против этого митинга. То есть на согласованном месте придумали трубу, которая типа в аварийном состоянии, оцепили площадь, нагнали ОМОН настолько, что и на ОМОН, на Нацгвардии вообще непонятных людей в форме. И эти вот люди в форме сегодня избивали людей, волокли их. Именно знаете за что? За то, что они несли флаги Российской Федерации. Вот я думаю, кто мог избивать людей за флаг Российской Федерации? Только войска оккупантов. Вот какие-то войска каким-то образом оккупировали территорию Петербурга сегодня. Ну, это вы можете посмотреть в интернете. Вот. А я написал песню на всем вам понятный мотив, думаю, с детства любимый мотив. Вот. Ну, и как-то меня видно, нет? Что народ-то говорит? Видно. Видно? Андрей Данилов самый умный. Самый умный на месте. Ришат Гатаулин. Привет. То есть можно петь? Да, можно. Хорошо. Как видно, слышно, сигнализируйте. Ну, уже поздно сигнализировать, слушайте, как есть. Игорь Жук. Угу. Привет, Игорь. Ничего на свете лучше нету, чем распил российского бюджету. Чем дворцов заманчивые своды, яхты и отжатые заводы. Яхты и отжатые заводы. Вова, хэлло, хэлло, хэлло. Есть призвание у номенклатуры, тырить с медицины до скульптуры. Смех и радость для миллиардеров, пенсии отнять пенсионеров. Конечно, пенсии отнять пенсионеров. Поляна, воровство не числится изъяном. Нет прекрасней счастья воровского. Ну а крыша это некий Вова. Ну а крыша это некий Вова. Поехала дальше, от кражи до кражи, от фальши до фальши. Вот такая песня, внезапно сегодня случившаяся. Я передаю привет всем, кто вышел на площадь, или тем, кто не мог, но следил за этим, кто душой с нами. И вообще, особый привет молодежи, которая, может быть, сейчас еще не выпустили из-за стенков. Вообще, я горжусь нашей молодежью. Вот, наверное, все-таки у нас есть какое-то будущее. Есть. Привет, был с вами Михаил Новицкий. И песня в 21. Песня 21. Внезапно. Внезапно. Всех обнимаю. Пока. Пока. До новых эфиров.